Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Вы на канале «На кухню Любани», а значит, у нас Коля в гостях на нашей кухне. Сразу хочу сказать, температура плюс 40, жара невыносимая. Кому идти за мороженым, спрашивать даже не стоит. Но для начала я у Коли спрошу, Коля, ты с нами или да. за мороженым пойдешь? Нет, я лучше буду с вами. Если у вас нет сил и желания работать, значит, вы еще молоды. Ну, надо же такое. Ну, тоже так вот. Неплохо сказано, будем говорить. Дорогие мои, но для этого у нас всегда в морозилочке лежат замороженные фрукты. Ну, там найдется молочко. Ну, и, конечно же, бананы. Потому сейчас мы быстренько сделаем мороженое, вкусное мороженое, домашнее. За пару минут, честное слово, очень быстро. Фруктовое, во-первых, полезное и сделано собственными руками, с любовью, как говорится, да? Ну что ж, приступаем. Нужен блендер, без него никуда. Здесь у меня 3 банана. Средние бананы. Хочу сказать, что обязательно слушайте, дорогие мои, внимательно, это очень важно. Бананы должны быть такие желтые-желтые, спелые-спелые, тогда мороженое ваше будет вкусное. Я половину отправляю в блендер. Они охлажденные, но не замороженные. Знаю, скажете, а вот есть рецепты там замороженного. От замороженного банана потеряете блендер. Лучший ваш помощник и друг. Потому хочу, чтобы вы прислушивались к моему совету. Половинку, потому что мороженое будет 2 видов. Вот так, Коля, я это положу сюда. Ничего? Есть. Главное, поближе ко мне. Добавляю сюда же. А вот черника у меня... замороженная, но она, знаете, она хоть и замороженная, она такая, видите, вот она мягкая такая, вот видите, но замороженная. Грамм 150. Любая это не черника, а голубика. Ой, голубика, прошу прощения, голубика, да ну, опять же, деревня заговорилась, да? Если вы чувствуете, попробовали, банан у вас не сильно сладкий, а вы любите сладость, добавьте сахарную пудру, можно сахар. Но сахарная пудра, это уже по желанию. Это вообще-то сюда не входит. Это я так, на всякий случай. Вот так вот. Это будет столовая ложечка. К Любиному сказано, скажу и я. Ну, это как присказка такая. Так хочется мороженого, но послать некого. Вернее, есть кого, но не туда. Или боюсь, что пошлют обратно. Дорогие мои, сначала на меньшей скорости, потом на большей. Аккуратненько так, чуть-чуть сбиваем и останавливаемся. Без фанатизма. Пожалеем нашего товарища. Потому потихонечку взбиваем. Итак, смотрите, вот на низких оборотах сбила, практически перемешала. Теперь включаем посильнее и взбиваем еще. Ну, минута не прошла, потому где-то полминуты взбивала, больше говорила. Так какую там секунду? Ну, еще полминутки. Итак, практически минута прошла, если и того прошла. Смотрите, вот такое вот мороженое мы получаем. Вот видите, вот мягкое, такое нежное, хорошее мороженое. Хочу сказать, знаю, спросите, дорогие мои, я же уже изучила, то есть мы с Колей комментарии. Скажите, Люба, а можно ли вот это мороженое сложить и заморозить? Нет, дорогие мои, замораживать не стоит. Это будет сорбет, это уже не будет мороженое. Вот такое вот мягкое. Зачем вам... как сказать, такое, знаете, ну, что грызть надо. Вот оно, шикарное мороженое. Это у нас будет так вот разложено. Такие вот порции. Ну, кроме того, мороженое классное, но Люба была бы не Любой, если бы чего-нибудь не умчудила. Присыпаем шоколадом и белым, и коричневым. Вот так вот. Сверху можно будет потом еще ягодку. Это мороженое. Оно у нас уже готово. Чего так далеко? Поближе ко мне. Да подожди, подожди, Коля, все будет. Теперь вот это остальное мороженое я переложу в любую мисочку, ну вот в эту. И продолжим делать еще одно. Я хочу вам сказать, что за 2 минуты мы сделаем 2 мороженых. Хорошо? Итак, блендер готов. Коля, спасибо. Чистенько. Стараюсь. Следующее мороженое. Обращаю ваше внимание. Вот это вот. Такой, Коля, что ты хочешь? Это банан, который, видите, вот замерзший был. Он у меня вот такой. Он когда мерзлый, он такой получается. Когда я его бросила, там нарезала вот так. И пусть лежит в морозилочке. Когда надо, раз. Но для того, чтобы его взбивать, его обязательно надо слегка разморозить. Видите, вот есть немножечко иней, но он так, слегка мягкий. Это очень важно. Отправляем сюда же. Сейчас мы возьмем малинку.
Малина тоже, видите, на ней такой вот иней. Она тоже была замороженная. Но когда малина замороженная и немножечко, знаете, там полежит, она не так страшна, как банан. Почему-то банан, вот он такой, знаете, как камушек. Вот с ним надо аккуратно быть. Один бизнесмен продал своему коллеге по очень дешевой цене 5 тонн бананов. Да, через несколько дней тот звонит ему и говорит: что за бананы? Их же есть невозможно. Говорит, а кто ж кушает бананы? Их продавать надо. Дорогие мои, опять повторюсь и настаиваю, что если сладко, это не обязательно добавлять. Именно вот фруктовое мороженое. Это я добавляю, потому что, ну, у меня дети говорят не сладко. Нам с Колей сладко, а им не сладко. Ну, знаете, дети есть дети. Одну там чуть-чуть больше. Можно сахар. Я так понял, мне не попадет. Попадет, Коля. Ну, мы же постараемся по детей, что они, то и мы. Правильно? Вот, есть. Еще можно добавить. Это так, эксперимент. Добавить немножечко сливок. Столовую ложечку. Такие нежирные сливки. Вот. Тоже не обязательно. Это уже как хочу, так и ворочу. Понимаете? Вообще. И опять же взбиваем. Сначала на низких оборотах. Потом полминуточки. А потом еще половинку, даже меньше, на больших. Потом ждем. Так, смотрите, вот такое вот густое получилось, однородное. Сейчас я выложу аккуратненько, подготовлюсь и встретимся, когда, как оно должно быть. Хорошо? Я очень быстро. Итак, мороженое готово. 2 минутки времени, дорогие мои. Смотрите, какая красота. Вот она. Угощайтесь, как хотите. Коля, ты нам что-нибудь расскажи, а можно я отсюда угощусь? Давай. Я сюда себе сейчас шоколадика присыплю, потому что шоколад – это моя слабость. Вот так вот. Я буду отсюда. Дорогие мои, девочки, не обижайтесь. Это я для себя. Ну, после меня даже Коля может доест. Он у нас не гидливый, как говорят. Потому он после меня. Я же с тобой давно живу. Ну, уже привык. Я попробую. Адаптировался. Боже. Магазинное мороженое и рядом не стояло. А это так вообще, ну это я не буду, ладно, не буду своей ложкой туда лезть. Ну ты посмакуй, я расскажу. Давай, давай, Коля, давай. Маленький мальчик прибегает к нам. Мама, папа косточкой от банана подавился. С каких это пор в банане косточки? А это я туда запихнул. Батюшки, ой, дети, пошли, ну что? Его папа, ему и разбираться. Чи его сын, им и разбираться. Дорогие наши, не будем долго говорить. Но хочу одно сказать. Это очень вкусно. И вот именно, знаете, под жару, то, что надо. Вы можете угостить гостей. Вот пришли к вам гости. Сейчас какой чай, когда жара? Вообще-то по гостям по такую поводу не ходят, да? Но тем не менее, ну зашли, да? Вы быстренько мороженка сделали. По пиалочкам рассыпали. Что есть? Очень вкусно я делала с вишнями. Вишни без косточки. Взбивайте. Чуть-чуть можно добавить сливок. Но опять же по желанию. Если сладкая вишня, без сахара. Если не сладкая, а сахарка чуть-чуть. Ну это по вкусу все. Можно добавить еще, знаете, ванильки для аромата. Можно там какие-то цедру апельсинчика. Но это все на ваш вкус. Но поверьте, что это так вот. Одно, что основным. А, еще хочу сказать. Знаю, дорогие мои, спросите. А чем, Люба, можно заменить банан? А ничем. Внимательно слушаем. Банан – самое основное здесь составляющее. Это основной продукт, основной фрукт, который дает вот это вот такое пюреобразное состояние. Потому ничем не заменить. Это уже тогда вы делаете сами, как вы хотите. Там уже, то уже я умываю руки, как говорят. Потому на вопрос, в принципе, наперед ответила. Ну что ж, вкусно. Заходите на наш канал, потому что во рту. Заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, если не жалко, пишите комментарии. А самое главное, дорогие наши, будьте все здоровы, будьте все счастливы, мирного неба и вам, и нам, и всему миру. Мы вас всех обнимаем и всегда ждем. До свидания!